Амаль детективна історія з погоні, затриманням і незареєстрованої зброї. По інформації інспекції природоохови, у Дрибінському районі затримали браконьєрів, які у останній день нерасту незаконно здобували рибу, а вдома заховували ружа без реєстрації. Інспектори зауважили каля водойому автомобіль «Газель», у який 4 мужчини грузили гумовую лодку і сітки. Подспробували затримати їх, ті кинулися на утеки. Погоня довжилася півгодини. Нарушители были задержаны на территории Дрибинского района. Пытаясь скрыть следы преступления, нарушители выбросили из автомобиля резиновую лодку недалеко от автомобиля, заблокировались в автомобиле. Вот. Один из них попытался также скрыться с места остановки транспортного средства, но, однако, был задержан. У салоне автомобиля инспекторы нашли 11 сеток должиной амаль 400 метров, 10 килограммов рыбы, патронтаж с патронами. Вызвали оперативно-следчую группу, из ее накировались до места жихарства затриманных. При осмотре жилища одного из задержанных было обнаружено два незарегистрированных охотничьих ружья и боеприпасы к нему. Шкоду природным ресурсам от незаконной рыбалки затриманных оценены у 15 миллионов рублей. У относинах до их распочаты административные процессы. По информации природоохотников, браконьерам погрожает штраф у померы 50 базовых величин и отказность за заховывание зброя без регистрации и неподпорядкования посадовой особе. Андрей Шуляк, Сергей Крапяков, Миколай Соболев. Новин регион.